день скажут всем Шишкин лес. Может стать чудесным день и без чудес, может стать добрее мир для людей. Если станем мы немного добрее. Здорово получается, правда? Ой, добрый день, ребят! Теперь нашему лесовичку нужно еще сделать голову и шапочку. Ой, так долго его делаем. И шишки такие колючие. Что у тебя опять случилось? Да, что опять? Я укололся, да так больно. Ой, я теперь точно ничего не смогу делать. Давай я посмотрю. Ты уже в который раз шишкой укололся. Надо смазать йодом. Здравствуйте, ребята. Друзья мои, что у вас за волнение? Что случилось? Здравствуй, Лёш. Мы из шишек старичка лесовичка делаем. Я вижу, Шунечка. Да. Получается очень симпатично. А Куксик уколол провулок. Надо ее смазать йодом. Не надо. Спасибо, уже все прошло. Что-то у меня, Леш, сегодня ничего не ладится. Да, как говорится, не будет охоты, не заладится и работа. Понимаю я, в чем дело. Друзья мои, я предлагаю вам послушать один поучительный рассказ. Это рассказ замечательного детского писателя Константина Дмитриевича Ушинского. Называется он «Утренние лучи». Выплыло на небо красное солнышко и стало рассылать всюду свои золотые лучи, будить землю. Первый луч полетел и попал на жаворонка. Жаворонок встрепенулся, выпорхнул из гнездышка и полетел высоко-высоко. В свежем воздухе приволье, в чистом небе мне раздолье. Ой, как интересно! А дальше что? Второй луч попал на зайчика. Весело запрыгал он по росистому лугу и побежал добывать себе сочной травы на завтрак. Ой, Леша, а можно я зайчиком буду? Можно, конечно, давай, выходи. Давай. Зайчишка, серенький трусишка, по лужку бежал, травушку искал. Слушайте дальше. Третий луч попал в курятник. Петух захлопал крыльями и закричал: кукареку! Кукареку! Давай. Вышел петушок гулять, свежей травки пощипать, а за ним ребятки, желтые цыплятки. Четвертый луч попал в улей. Пчелка зажужжала и полетела собирать медок с душистых трав. А можно теперь я спою? Конечно, давай. Жу-жу-жу, жу-жу-жу, на цветочке я сижу, весь нектар я соберу, в сладкий мед я превращу. Жу-жу-жу, жу-жу-жу, все дружусь я и жужу. Жу-жу-жу, жу-жу-жу, все дружусь я и жужу. Молодец, Шунечка. А пятый луч попал в детскую, на постельку к маленькому лентяю. Светит прямо ему в глаза, а он повернулся на другой бок и опять заснул. Спрятал ручки, нет ему работы, нет ему заботы. А может быть, кто-то из вас знает песенку лентяя? Может быть, кто-то хочет ее спеть? Нет, Леш, я все понял. Лапки мои совсем не болят. Я буду трудиться, я больше не буду притворяться и лениться. Это хорошо, хорошо, Коксик. Вот, я доделал лесовичка. Ну вот, какая веселая фигурка получилась. Ну что ж, друзья мои, дело сделано. Да. Пора прощаться с ребятами. До свидания, мальчики и девочки. До свидания, ребята. До встречи. Всего вам самого доброго. Храни вас Господь. Thank you.
Не стоит лениться, стоит во благо людям трудиться.